Привет, на связи Владимир, и сегодня мы сделаем модельку профлиста, профлиста C8. Для этого я включаю отображение клавиш, которые я буду нажимать, для того, чтобы можно было повторить. И проведу кое-какие корректировки в настройках, то есть мне нужны свойства сцены, юниты. Нужно, чтобы здесь была метрическая система измерений. И длина у нас должна быть, ну, для облегчения работы с моделью, в миллиметрах. Можно, конечно, и в метрах ставить, но запись уже будет немножко другая производиться. Поэтому мне удобнее в миллиметрах, будет в миллиметрах настройка. Все, мы имеем наш стандартный кубик. Что нам прежде всего нужно сделать? Нам нужна reference, какая-то картинка, по которой бы мы сверяли наш объект, из которого мы брали бы данные, нужные нам для моделирования, то есть это все размеры, там контур, все дела. Поэтому мы в это окошко поместим сейчас картиночку. Для этого выбираем Image Editor и открываем нашу картиночку, отсылочку нашу откроем. Я подготовил эту отсылку, ссылка на этот файл будет в описании к этому видео. Вот мы имеем нашу картинку с размерами, с подробными, то есть высота указана 8 миллиметров, указаны размеры площадочек, из которых мы можем сделать вывод, какие здесь размеры. Указана общая длина профлиста, рабочая длина, которая нам в данном случае не нужна совершенно, только общая длина. Ну и все, теперь нам уже понятно, что нам в принципе тут делать. Начнем с самого начала. Для этого наш стандартный кубик мы превратим в вершинку, в точку, в одну. Для этого в режиме редактирования правой кнопкой и совмещаем наши вершинки, соединяем в одну по центру, совместили их, и теперь переходим в режим сверху, вида сверху, и экструдируем нашу точку по оси Y на 8 миллиметров. Вот мы сделали подъемчик вот высоты данной волны. Теперь нам нужно сместить эту волну, но насколько — вопрос. Мы можем сделать это расчет длины, исходя из вот этих данных, то что площадочка с подъемами будет 62,5 мм, а без подъемов 52,5 мм. Отсюда сделаем вывод, что общая длина подъемов 10 мм, собственно длина каждого подъема 5 миллиметров. Значит, нам нужно эту точку сдвинуть по оси X на 5 миллиметров. Теперь экструдируем площадочку тоже по оси X, 52,5 миллиметра. Спуск у нас будет по оси Y минус 8 миллиметров. Сдвигаем по оси X на 5 миллиметров, и еще одна площадочка по оси X, 52,5 миллиметра. Теперь у нас получился у нас вот такой блок первоначальный. То есть это подъемчик, площадочка, спуск, площадочка. Таких блоков у нас будет 10 штучек. И в конце завершающий подъемчик и площадочка. Единственное, только эта площадочка, даже схематично видно здесь, что она не полноразмерная. А сколько размеров, мы узнаем чуть позже. Итак, перейдем к моделированию. У нас есть блок. Теперь нужно сделать таких блоков 10 штук. Для этого выбираем модификатор Array и указываем количество 10 штук по оси X. Вот у нас по оси X стоит относительный отступ, равняющийся в единицу. То есть сразу же после этого объекта идет следующий, ну, повторение идет сразу же.
без уступов и без наложений. Вот мы имеем теперь практически полный профлист. Только единственное, что осталось сделать завершение, подъемчики, площадочку. Для этого мы применяем этот модификатор и выделяем все вершинки сразу же и удалим лишние по дистанции. Вот у нас удалено 9 вершинок. И теперь эту точку последнюю делаем подъемчик. Экструдируем по Y на 8 мм и сдвигаем. Точнее, тоже экструдируем. А, нет, сдвигаем, да, по оси X на 5 мм. Общая длина у нас получилась 1155 мм. Мы помним, что у нас общая длина 1200, соответственно, последняя площадочка у нас будет 45 мм. Для этого экструдируем по X 45 мм. Общая длина у нас получилась 1,20 м. Все, мы имеем контур профлиста, переходим во фронтальный режим вида. На фронтальный вид выделяем все вершинки в режиме редактирования и экструдируем по оси Z на 2 метра, в нашем случае 2000 мм. Объектный режим, и видим, что мы имеем наш профлист. Единственное, что нужно сделать, он у нас вверх тормашками. Ну, это мы можем легко исправить. По оси X перевернем на 180 градусов. И, собственно, поднимем на 2 метра. Все. Теперь у нас профлист наш практически готов. Единственное, что не хватает нашему профлисту, это толщины. Наш профлист пока без толщины. Для того, чтобы добавить толщину, нам нужно добавить модификатор Solidify. Solidify — стандартный профлист, который продается в магазинах обычно, имеет толщину 0,4 мм. Если мы приблизим на 0,4 мм, толщину, в принципе, выглядит неплохо, но для уверенности мы можем выбрать равная толщина здесь. Если будут глюки, ну, допустим, мы перевернем нашу толщину, проверим тоже. Иногда бывают здесь глюки с работой модификатора, то есть отображается некорректно толщина. Если у вас некорректно сейчас отображается, то можете нажать равную толщину, и она выровняется везде. В принципе, можно даже по умолчанию нажимать, даже если все выглядит нормально и для уверенности. Ну, естественно, что нужно проверять. И все, теперь наш профлист, в принципе, готов. Мы можем производить уже дальнейшие операции с изменением цвета, наложением текстуры и так далее. Но это уже отдельная тема. А на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и пожелания. Заказывайте, какие вас модели интересуют. Будем вместе создавать необходимые нам модели. Всего доброго. До связи.